Привет, друзья, вы на канале Финскейт, меня зовут Ферен. Сегодня мы на вот таком споте, за мной это грани бетонные нашего Верхнего озера. Вон там находится скейт-парк, вот она, табличка Верхнего озера. И за мной, ну, для тех, кто не знает, кто не местный, для вас я покажу, что здесь грани, то есть вот 1, 2, 3, 4. Здесь повыше, тут более такая или менее низкая. Но единственное, грань полукруглая, немного сложновато по ней ехать, потому что полукруг не в ту сторону, если бы, а он был бы вот в эту, было бы наоборот, по-прикольному. То есть, слайд, смит, пробовать, вот именно интересно бы было. Ну и что еще скажу, здесь большие-большие стыки. Это наделали BMX-еры за, не знаю, за лет 10, сколько этому споту. Сегодня катаемся, в общем, по граням. Я не катался по граням, ну, по стритовым, по нормальным граням, где-то полгода. Потому что, ну, сложился с той же грани. Backside 50 short out, и вот сложился на нем. Ну, то есть подвергнул ногу сильно, там гипс был, там, ну, кто смотрел, то есть помнит. И сегодня я уже раскатался, сделал пару трюков, вспомнил, главное, свой любимый трюк 50 frontside big spin out со второй попытки сделал, представляете? Вот, сейчас чуть-чуть покатаемся, поснимаем, ну и может поедем в стрит, потому что у нас сейчас локдаун. А это значит, что все школьники, все полностью в парке. Именно больших, старших никого нет, кто знает, как людей объезжать, как очередь держать. То есть кататься вообще невозможно, потому что полный хаос в скейт-парке. И все катаются, как будто, не знаю, мухи в бутылке. Туда-сюда, туда-сюда, полностью в хаотичном направлении. Поэтому мы сыграли с Дэном скейт и перешли на вот этот вот спот. Сейчас для вас сделаю я пару трюков. It's a distance, I know, with this place that I go. Leave you home all alone while it eats at my soul. Clear my seeds, watch them grow from the place where it snows. If it's cold, wipe your nose. Gaining faith, losing hope. Told my mom better days. And if these bills are paid, cause these tracks getting played. What? This is the place where I stay. Вот оно, сделал спустя полгода со второй попытки, а сейчас пытаюсь заснять. И на камеру, естественно, оно не идет. Блин, сейчас надо заснять и ехать с этого спота, снимать другие споты для вас. Фу, устал. Напишите в комментариях, какие еще трюки научиться, по крайней мере, интересно. Вы сегодня на канале Финскейт, смотрите, трюк дэнскейта. Ну вот. Посмотрели, и я посмотрел. Вы рады? Я рад. А Дэн рад? Сейчас спросим. Ты рад? Нет. Почему? Ну, просто так. А все рады, а ты не рад. Почему? Я не знаю, спроси у него. У кого? Вот он. Ты рад? За себя, да. За себя, а ты? У меня Данил сигареты просит. Хотя он сам мне их дает, я не понимаю, зачем. Тоже. А что твой папа скажет? Мне муравьи подселили. Frontside Big Spin сделан с граньки. Ребят сказали, что самый чистый мой, который я делал в жизни. Ну, прикольно, мне понравился. Что еще скажу? Что, ну, раскатался я более-менее после травмы. Вот, ну, еще много трюков надо вспоминать, которые у меня были стабильными. Тот же Switch Hill, который я сейчас забыл. Потом вспомнил, потом опять забыл. И много еще вот таких трюков, которые я вроде бы умею, а вроде бы и нет. Треха та же. То была стабильная, то сейчас вообще не летит. То летит. Ну, то есть, когда как.
В общем, много еще чего надо вспомнить, чтобы раскататься вот на тот уровень, какой у меня был до травмы. Но, по крайней мере, уже что-то есть, уже какой-то прогресс есть. Жалко то, что темнеть стало уже в 5 вечера. То есть, прикиньте, в 3-4, если выходишь, то в 5 уже темно. Ты только раскатаешься, вроде только там в магазин за водой съездишь, только начнешь. Думаешь, вот сейчас поснимаю, и бац, темнота. И все, а в темноте, ну, снимать как? Ну, типа, чтобы вы смотрели плохую картинку, не особо хочется. Ну, короче, друзья, очень-очень тяжело сделать тайл-слайд, потому что щелкать, ну, честно говоря, нечего. Вот моя доска состояния. То есть даже короткий-короткий тайл по сравнению с носом. И просто щелкаешь, вот, вот это движение, бах, доска не подлетает, бьется об грань, и невозможно его заложить. А бывают моменты, если закладываешь, то доска прям стопорит, почему, непонятно. Грань я мазал, наверное, через каждую попытку. Ну, не через каждую, но через каждые 5 попыток. Но все равно стопорит. В общем, досочку мне пора менять. И что еще скажу? Ну, один трюк плюс раскаточный. То есть уже вспомнил еще и тейл-слайд. Очень-очень круто. Спасибо за съемку, что поставил, померз. Фух, устал. Сделал, короче, несколько трюков через вот эту тему. Давайте поближе покажу. Че тут да как? Ну, не знаю. Метр, может, чуть больше лететь. То есть вот так шик-шик. Ну, и здесь что-то типа маленький бордюр. То есть флипы, были такие попытки, что нос чуть задевал и флип не крутился. А так, в принципе, нормальный, адекватный спот. Хотел еще попробовать хила, но хил нестабильный, хил пока я не вспомнил. Ну, то есть до той стабильности, как я делал кикфлип. Но все впереди. Я думаю, зима большая, длинная. Хил надо застабилить. Потом надо еще начать мне прыгать, как я вспоминать высокий флип, высокий хил. То есть хил по высоте проще сделать, чем флип. Ну, как мне кажется, и тоже вот им именно перелетать. Ну, потихонечку, то есть раскатываемся, вспоминаем трюки. Фух, ну, у нас уже вот фонари горят, уже темно, уже картинка. Ну, вот, ну, не самая крутая, в общем. Будем с вами прощаться на сегодня. Я наделал вам много трюков, пацаны. Ну, практически никого не снимал, никто не захотел кататься. Спасибо всем, кто меня снимал. Дэн Скейт умер. Трюк снимай. Блять. Надо всем упасть, типа. Ты можешь ничего не делать. Ладно. Ладно, Фэрэнс. Обучалка на Каспер Хилл. И криво Каспер Хилл. Самое главное поставить ноги как на Каспер Хилл. Обучалка фейки Каспер Хилл. Главное поставить ноги как на Крукет на Услайд. Ну, позишн. Свич ноли. Едем в свич ноли. И вот так, да. Свич ноли. Что ты чё? Сука, это так выглядело, блядь. Ну, пока что комментариев нет, но типа я думаю, они сделают 100%. Сделают. Сейчас звук. Все. Да они сделают, блядь, 100%. Я уверен. Да ты чё, блядь? Артём, это один и тот же кадр, блядь. Вот просто иди сюда.
Да ты чё, блядь? Вы, блядь, угораете? Мы с первой это сделали, пацаны! Нормально, вот, смотрите. Канал Ференса Ковача, смотрите, Финскейт. Мы сделали видеоролик. Я еще флип там сделал. Видеоролик. Покажи. Для челленджа украинских скейтбордингов Rap Pants. На Илью похуй. Пока.